Здравствуйте, ребята! Меня зовут Жанна Федоровна, и я приглашаю вас на урок русского языка и литературы. Владимир Набоков об одном из гоголевских героев сказал так. Он добрая душа, по-своему мечтатель и наделен неким обманчивым обаянием, изяществом повесы. Как вы думаете, о ком речь? Набоков так охарактеризовал Хлестакова. И перед нами вновь комедия «Гоголь и ревизор». И все мы не только внимательные зрители, но и строгие критики. Первое знакомство с автором и комедией состоялось на прошлых двух уроках. А сегодня нам интересен образ Ивана Александровича Хлестакова. Однажды Николай Васильевич Гоголь в письме другу писал: «Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым. Но натурально в этом не хочет только признаваться». Что имел в виду Гоголь? Прав ли писатель? Мы постараемся это понять. На уроке мы продолжим анализировать комедию «Гоголь и ревизор», определим суть понятия «хлестаковщина», раскроем смысл финальной сцены. С героями произведения мы уже знакомы. Каким известием потрясены все чиновники? К нам едет ревизор. Откуда чиновники узнают о возможном приезде ревизора? Городничий узнает об этом из письма, полученного от своего приятеля. Итак, известие о тайном приезде ревизора получено из письма. Какова же реакция чиновников на это известие? Их охватывает страх, так как у всех имеются грешки, а более всего у городничего. И чиновники начинают действовать. А где-то в гостинице молодой человек из Петербурга, случайно оказавшийся в уездном городе, ужасно голоден, и у него нет денег заплатить за обед. Что же это за неизвестное никому лицо? Давайте создадим портрет этого героя. Первые сведения мы получаем о Хлестакове из авторских замечаний для господ актеров. Молодой человек, лет 23, тоненький, худенький, несколько приглуповат, и, как говорят, без царя в голове. Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Кто из персонажей помогает нам узнать о Хлестакове? Это Осип, слуга Хлестакова. Прочитайте первое явление второго действия. Выберите из монолога Осипа фразы, характеризующие Хлестакова. Длинный монолог Осипа, лежащего на барской кровати, формирует представление зрителя о Хлестакове, его образе жизни. Мы узнаем, что он никакой не ревизор, а просто бедный чиновник из Петербурга, карточный игрок, спускающий все деньги при первой же возможности. В гостинице он застрял по причине отсутствия денег, потому что в каждом городе хочет себя показать. Монолог Осипа отличается разнообразием интонаций. Здесь и негодование на своего барина, и досада на него, и высмеивание его, и передразнивание, и желание метким словом унизить барина. Сам Хлестаков появляется лишь во втором явлении второго действия. Что можно сказать о нем по его репликам? С первых же минут появления на сцене мы видим его манеру обращаться с крепостными. Осипа он обзывает дураком, скотиной, грубым животным. Хлестаков умеет и подольститься. Желая получить обед в долг, он очень вежливо обращается с трактирным слугой, называя его братцем, любезным. Но, получив обед, он ругает слугу и хозяина последними словами. С городничим, который представляет собой власть в городе, Хлестаков подчеркнуто вежлив. Желая произвести впечатление на Анну Андреевну и Марию Антоновну, Хлестаков говорит языком бомонда. Зная 2-3 французских слова, «бонтон», «моветон» и «компреневу», он легко добивается цели. Мария Антоновна с восторгом восклицает: «Вы говорите по-столичному!» Каковы жизненные цели Хлестакова? К чему он стремится? Перед вами реплики Хлестакова. Прочитайте их, какая из реплик является ключевой для понимания сущности этого героя. Ключевая фраза, определяющая философию жизни Хлестакова, звучит так. «Ведь на то и живешь, чтоб срывать цветы удовольствия».
Как вы ее понимаете? Хлестаков хочет признания, блеска, роскоши и вечного праздника жизни, но не хочет нести ответственность за свои расходы, удовольствия и пристрастия. Кульминационным эпизодом в развитии линии Хлестакова является сцена вранья. Предлагаю вам посмотреть цитатную нарезку из фильма «Ревизор», снятого в 1952 году. Понаблюдайте за тем, как нарастает хвастовство Хлестакова. Вот здесь. Ах, Петербург! Что за жизнь, прав? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Хотели меня даже коллежским асессором сделать. А один раз меня приняли за главнокомандующего с хорошенькими актрисами знаком. Пушкиным на дружеской ноге. Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Я ведь тоже балы даю. А вот любопытно заглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели. А иной раз министр. Мне даже на пакетах пишут «Ваше превосходительство». А один раз, господа, я управлял департаментом. Я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня там Государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой, я не посмотрю ни на кого. Я всем говорю, я сам себя знаю, сам, я везде, везде. Я во дворе всякий день ищу, меня завтра произведут, сейчас, фельдмаршал. Какие черты Хлестакова проявляются в этой сцене? В этой сцене очень ярко раскрылись такие черты характера Хлестакова, как болтливость, зазнайство, хвастливость, глупость и тщеславие. Нахальный, легкомысленный, дерзкий Хлестаков хвастается тем, чего не имеет. Пытается показать свое высокое положение, сочиняет умело и быстро, врет без остановок. Из служащего, который только переписывает, он за несколько минут вырастает почти до главнокомандующего, который всякий день во дворец ездит. Хлестаков – гений вранья. Он переживает свой звездный час. Гигантский размах ошарашивает присутствующих. 35 тысяч курьеров несутся во весь опор, чтобы разыскать героя. Без него некому управлять департаментом. Солдаты при виде его делают ружьем. Суп в кастрюльке едет к нему из Парижа. Во мгновение ока, как сказочный джинн, он строит и рушит целый фантастический мир. Мечту современного меркантильного века, где все измеряется сотнями и тысячами рублей. Хлестаков настолько заврался, что верит сам в свои выдумки, забывает свои слова и старается выкрутиться. Он смешон, он пьян от своих слов. Хлестаков одержим стихией речи. Как воспринимают его в обществе чиновников уездного города? Его положение в обществе растет. Все в полном восторге от него. И вместе с тем растет панический страх чиновников. На глазах у чиновников Хлестаков делает головокружительную карьеру. Гоголем используется в этой сцене преувеличение, доведенное до невероятных размеров, до абсурда. Вспомните, как называется такой прием? Такой прием называется гротеском. Понимая, что все его боятся и принимают за высокопоставленного человека, он этим пользуется и издевается, смеется над чиновниками. В этих явлениях от сцены к сцене в динамике показаны бесцеремонность, фамильярность, наглость, глупость, изворотливость, беспечность, двуличие Хлестакова. Но все верят ему. Почему же все верят Хлестакову? Страх руководит ими. Высота сана затмевает любые человеческие качества. Всех манит шикарная жизнь в большом городе, высокий статус в обществе, величие и полная безнаказанность. Вранье Хлестакова просто заражает, как болезнь. Не случайно Хлестаков говорит «Я везде, везде».
Гоголь вводит новое явление – хлестаковщину. Словом «хлестаковщина» клеймится всякое проявление зазнайства, легкомыслия, внутренней пустоты, лживости и никчемности, стремление оказаться более значительным и важным, чем ты есть на самом деле. Именно этими чертами характера отличался главный герой комедии Гоголя – мелкий чиновник Хлестаков. Разве он одинок в этом мире? Нет, этими качествами наделены все чиновники и все их окружение. Гоголь считал Хлестакова центральным и самым трудным образом пьесы. Почему? Потому что, сделавшись виновником всеобщего обмана, Хлестаков никого не обманывал. Он с успехом сыграл роль ревизора, не только не намереваясь ее играть, но даже не поняв, что он ее играет. Лишь к середине четвертого действия в голове Хлестакова начинают брежить смутные догадки, что его принимают за государственного человека. Но как раз в непреднамеренности сила Хлестакова. Пустейший человек был принят за важную персону, потому что эта персона и не должна была отличаться особым умом. И вот значительностью уж точно бы выделялась. Хлестаков не мог перевоплотиться в умного, но очень легко напустил на себя значительности. Для испуганных известием о приезде ревизора чиновников этого оказалось достаточно. В восприятии автора Хлестаков это фантасмагорическое лицо, которое, как лживый, олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой бог знает куда. Ведь это лишь мираж, призрак, порожденный нечистой совестью и страхом. Образ Ивана Андреевича Хлестакова – любимое дитя фантазии Гоголя. В нем сказалась страсть художника к гиперболе, преувеличением почти гротескным, любовь к изображению многосторонних характеров. И образ мысли Ивана Александровича типичен для большинства героев Гоголя. А логичность, бессвязность его речей просто ошеломляют. И, конечно, с образом Хлестакова связан некоторый налет фантастичности. Но действительно, не наваждение ли солидный и опытный городничий принимает фитюльку за значительное лицо? Мало того, весь город вслед за ним в припадке умопомрачения несет ревизору дань, умоляет о защите. Сюжет комедии прост и гениален. Как вы думаете, Хлестаков – говорящая фамилия? О чем она может говорить? Сам Гоголь об этом ничего не пишет. Но многие критики и писатели пытались разгадать суть того, что пытался вложить в эту фамилию автор. Дмитрий Мережковский пишет: «Весь он точно ветром подбит, едва земли касается, вот-вот вспорхнет и улетит». Владимир Набоков отмечает: «Сама фамилия Хлестаков гениально придумана, потому что у русского уха она создает ощущение легкости, бездумности, болтовни. Хлестаков порхает по пьесе, не желая толком понимать, какой он поднял переполох, и жадно стараясь урвать все, что подкидывает ему счастливый случай. Он добрая душа, по-своему мечтатель и наделен неким обманчивым обаянием, изяществом поведения услаждающих дам, привыкших грубым манерам дородных городских тузов». Судя по этим высказываниям, мы можем предположить, что фамилия Хлестаков говорит о том хлестком впечатлении, которое старается произвести своим поведением и речью этот герой на окружающих. Итак, Хлестаков – центр вселенной, но иллюзорный, мнимый. Он – мираж, пустота, принятая за центр. Так в литературоведении возникает понятие «миражные интриги», которые ввел по отношению к пьесе Гоголя Аполлон Григорьев, а затем и Юрий Ман. Когда возникает миражная интрига в комедии? Завязка миражной интриги происходит в тот момент, когда Бобчинский и Добчинский принимают Ивана Александровича за высокопоставленного чиновника. Как узнают чиновники о том, что Хлестаков не ревизор? Из письма Хлестакова своему другу Тряпичкину. В чем смысл реплики городничего? Чему смеетесь? Над собой смеетесь? С этой репликой городничий обращается в зал. Так Гоголь дает понять, что суть всей комедии выходит далеко за рамки сцены. Заканчивается комедия немой сценой. В чем смысл такого финала? В немой сцене в комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» предшествует развязка сюжета.
читается письмо Хлестакова и становится ясным самообман чиновников. В этот момент уходит то, что связывало героев на протяжении всего сценического действия – страх. И единство людей распадается на наших глазах. Страшное потрясение, которое произвело на всех известие о прибытии настоящего ревизора, вновь объединяет людей ужасом. Но это уже не единство живых людей, а единство бездыханных окаменелостей. Их немота и застывшие позы показывают исчерпанность героев в их бесплодной погоне за миражом. Поза каждого персонажа в немой сцене пластически передает степень потрясения, силу полученного удара. Тут множество оттенков. От застывшего в виде столпа с распростертыми руками и закинутой назад головой городничего, до прочих гостей, которые остаются просто столбами. Важно, что характер персонажа и поведение во время действий также отразились в их позах. На театральных подмостках замер город духовной нищеты, низости, глупости и жалости человеческой. Застыла картина убожества, бессмысленности и уродства, порожденных полицейско-бюрократическим режимом Николаевской эпохи. Известно, что на создание немой сцены Гоголя воодушевила картина русского художника XIX века Карла Брюллова. Как вы думаете, какое отношение имеет эта картина к пьесе Гоголя? Именно в немой сцене настроение пьесы, постепенно меняясь от комического до трагического, достигает своего апогея. Писатель был восхищен гением художника, который сумел передать ужас перед концом мира через изображение окаменевших фигур. Принцип изображения людей, охваченных ужасом судного дня, переносится Гоголем на последнюю страницу «Ревизора», где герои комедии застыли, словно закаменели. Вряд ли под настоящим ревизором Гоголь подразумевал какого-то честного и порядочного чиновника, который восстановит справедливость и законность в городе, покарает казнократство и взяточничество. Эта сцена имеет широкий символический смысл. Она напоминает всем зрителям и читателям произведения об их личной ответственности за происходящее с ними и вокруг них. Говорит о неминуемом возмездии, которое рано или поздно настигнет каждого, кто живет не в ладу с совестью, кто не дорожит высоким званием человека. Так в чем истинный смысл названия комедии? «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе», говорит Гоголь устами первого комического актера. Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России. Ну а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас? Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется. Лучше же сделать ревизовку всему, что не есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее. Задумайтесь над этими словами, ребята. А мы опускаем занавес. До новых встреч на уроках русского языка и литературы.